Мы приехали на гремучий родник в железнодорожном районе по просьбе наших читателей, которые жалуются на необустроенность этого прекрасного места, на отсутствие элементарных удобств для тех, кто отдыхает здесь не только летом, но и зимой. Вас не устраивает здесь? Туалет. Да, а еще что? А вот благоустройство, допустим, что тут могла бы быть не земля, а газоны, трава. Вот. Это, в принципе, нормально. Нормально, да? Статус надо определить, чтобы жестко было. Что значит статус? Жестко что? Ну, определенный статус, если родник или зона отдыха. А сейчас это что? Ну, сейчас оно как это... бы, я не знаю, есть он или нет, этот статус. Ну, во-первых, все равно место замечательное в нашем черте города, в нашем душном. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, больше было порядка и чистоты, вот, и вход какой-то, не все приходят, спортивные люди порой, в возрасте или детки. Поэтому, если бы было бы еще красивее, наверное, было бы замечательно. Но все равно. Совершенству предела нет.